История любви в стихах, музыке, танцах и акробатических трюках. В Нижнем Новгороде состоялась премьера циркового шоу для взрослых. Ольга Фомина побывала на премьере. С первых минут шоу зритель погружается в атмосферу праздника. На арене зажигательные вокальные и танцевальные номера, в воздухе акробатические трюки без страховки. К декорациям авторы подошли оригинально. Вместо привычного обруча – богемная люстра. Лейтмотивом через весь мюзикл проходит тема любви, романтизма, истории, добавляет рифма. Актеры объясняются друг с другом 12-стопным ямбом. Действие мюзикла разворачивается в ночном клубе, где героям предстоит сделать сложный выбор – поверить в силу денег или любви. Актеру Дмитрию Миронову досталась одна из самых ответственных ролей управляющего ночного клуба, как олицетворение мира материального. Он сломался внутренне, но при этом все равно диктует свою вот эту философию, что жизнь – это деньги, нет никакой любви. Его вот эта логика, она трещит, он это чувствует. Трещит по швам, потому что любовь есть. Актеры через минуту уже танцоры и акробаты. За считанные секунды они успевают переодеться к новому номеру. Специально для шоу «Сколько стоит любовь» было создано более 500 красочных костюмов. Это лирический спектакль и романтический, о любви. Вот. И, но насыщен он огромным количеством спецэффектов. И такого по масштабности шоу нет нигде. Сочетание огромного количества жанров, которые доселе никогда не сочетались. Премьера в Нижегородском цирке собрала аншлаг. Но узнать, чем закончилась история двух влюбленных, еще можно. Мюзикл будет играть в Нижнем Новгороде до 8 июня. Ольга Фомина, Олег Константинов, Вести Приволжья.